Уважаемые подписчики, сегодня пришла очередная посылка с AliExpress. В данном случае у нас защитное стекло к телефону Blackview A7. Посмотрим, что у нас пришло. Есть такой нож. Пришла посылка без кулечка. Обычная. Пенопласт обмотанный скотчем. Так, и что мы имеем? Та-да-да-дам! Так, ну как обычно. Вот две салфеточки. Одна для первого контакта с телефоном. Вторая перед непосредственно наложением. И стикеры, которые цепляются сразу на стекло, чтобы потом мне удобнее было его клеить. И вот стекло, которое надо потом проклеить салфетками. Смотрим. Ну, вроде похоже. Ну, все хорошо. Тогда всем спасибо за просмотр. Пока.